Рождение ребенка приносит родителям радость и неизбежные хлопоты. Кем станет малыш, когда вырастет, еще неизвестно. Но одно можно сказать точно – ребенок талантлив во всем. Выявить, к чему он расположен больше – нелегкая задача. Помочь в этом могут опытные педагоги. Начинающий предприниматель также похож на неопытного родителя. Предприятие уже есть, оно даже выпускает продукцию, но для дальнейшего развития не хватает ни опыта, ни средств. И мы стараемся для каждого и найти то решение, которое является в его ситуации оптимальным. И в сфере социального обслуживания, и в сфере работы с детьми, и в производственной сфере. На самом деле в любой сфере есть проекты, есть виды деятельности, которые город заинтересован. Центр дошкольного развития детей «Бэби-клуб» получил субсидию Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства как начинающее предприятие. Его сотрудники ставят перед собой цель помочь родителям раскрыть индивидуальность ребенка. Поскольку ребенок немного гиперактивен, она не очень концентрировалась. Но это первое занятие, поэтому дальше я думаю, что она будет более внимательна. Опытные педагоги «Бэби-клуба» в процессе обучения применяют методики, которые уже хорошо зарекомендовали себя во всем мире. Мы занимаемся бережным развитием интеллекта детей от 9 месяцев до 6 лет. Вот. Наши занятия построены таким образом, что дети и играют, и учатся, играют и занимаются. Все у нас педагоги с педагогическим образованием, а помощники – это студентки старших курсов, тоже педагогических вузов. Помощь в развитии ребенка – основное направление деятельности клуба. Но как любому молодому предприятию, «Бэби-клубу» на Юго-Западной потребовалась поддержка департамента. Нами была получена субсидия в размере 300 тысяч. Она была, по сути, взята под развитие, под то, что мы будем предоставлять новые рабочие места. Вот под это. В дальнейшем вы планируете все-таки с департаментом продолжать сотрудничать? Да, да, конечно. И нам бы очень хотелось, искренне и достаточно сильно хотелось бы получить субсидию на второй клуб. Посредничество между ребенком и родителями, помогающее установить взаимопонимание между ними, лежит в основе обучения в «Бэби-клубе». В процесс вовлечен и ребенок, и педагоги, и родители. В этом кроется секрет популярности и успеха «Бэби-клуба». Помощь департамента создает прочный экономический базис для функционирования и развития этого проекта.